Привет, вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас о премьере нового Volkswagen Touareg R. Компания Volkswagen готовит к автосалону в Женеве заряженную модификацию Touareg, причем теперь R-модификация заряжена в буквальном смысле. Флагманский немецкий внедорожник получит гибридную силовую установку общей мощностью 462 лошадиные силы. В начале марта в рамках автосалона в Женеве немецкий автопроизводитель представит новый Volkswagen Touareg R, который станет самой мощной версией модели. Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из шестицилиндрового 340-сильного турбомотора объемом 3 литра и 136-сильного электромотора. Общая мощность, повторюсь, 462 лошадиные силы и 700 ньютон-метров максимального момента. Таким образом, как уточняет пресс-служба бренда, Touareg R является флагманской моделью эффективности Volkswagen и первой моделью R-Line, которая будет доступна в качестве гибрида. Также стоит отметить, что Touareg R получит систему полного привода и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. В компании заявили, что в будущем кроссовер получит систему адаптивной подвески. Исключительно на электротяге Touareg R сможет ускоряться до 140 км в час. Аккумулятор емкостью 14,1 кВт-час позволит преодолевать до 45 км на одном заряде. На размещение пассажиров в салоне установка электрических агрегатов никак не повлияла. При этом заметно уменьшился объем багажного отсека, который стал на 200 литров меньше и составляет теперь 610 литров. Динамические характеристики пока официально не подтверждены, но производитель рассчитывает, что кроссовер сможет разгоняться с места до 100 км в час примерно за 5 секунд. Публичная премьера Volkswagen Touareg R состоится 3 марта на автосалоне в Женеве. Выход новинки на рынок планируется в 4-м квартале текущего года. Цены будут объявлены позднее. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!